Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «Акро» повысило рейтинг Тверской области до уровня А-. Прогноз стабильный. Таким образом, Верхневолжье впервые вошло в группу А. Это означает, что субъект обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности. Повышение данного показателя обусловлено сбалансированной бюджетной политикой, позволяющей региону в этом году финансировать растущие расходы за счет накоплений ликвидности. Кроме того, на позиции Верхневолжья положительно повлияла умеренно низкая долговая нагрузка. С 2016 по 2019 годы она уменьшилась на 4 миллиарда 800 миллионов рублей. На 1 миллиард 600 миллионов сократились расходы на обслуживание долга. Еще одним фактором стабильности кредитного рейтинга Тверской области по версии АКРА является диверсификация экономики, а также налоговых поступлений в бюджет региона. Почти четверть их формируется обрабатывающими производствами.